Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плюско Михаил. Дорогие друзья, хорошие новости. В руки мне попал телефон Infinix. Таких телефонов становится все больше и больше. Он базируется на базе последних обновлений 11 Android и, естественно, он заблокированный по Google аккаунту. Блокировка FRP. Дорогие друзья, посмотрев сегодняшний видеоролик, вы сможете бесплатно его разблокировать. Или, если у вас есть Unlock Tool, я покажу, как вы можете не тратить время и разблокировать данные аппараты на базе процессоров MediaTek буквально в один клик. Ну что ж, дорогие друзья, погнали! Всем привет, я русский Джейсон Стэтхэм, приветствую вас, респект Михаилу Плюско. И попрошу вас, дорогие друзья, подписаться на канал, сделать репост данному ролику и, разумеется, толковый комментарий. Всем пока! Итак, дорогие друзья, коллеги, соучастники, видим, что телефон у нас действительно заблокирован, видим, что это действительно Infinix, и данная инструкция, она универсальная, по сути, для современных телефонов Infinix. Прошу прощения. Итак, давайте сначала вкратце затронем бесплатный метод. Я покажу его, ну, скажем так, немножко условно. Возвращаемся в самое начало. Ну, это нам для удобства нужно. Естественно, телефон должен быть подключен к сети к Wi-Fi. И далее нам нужно вставить в него любую сим-карту, которая будет требовать запроса ввода пин-кода. Как сделать такую сим-карту? Если не забуду, сделаю ссылочку в описании к этому видео. Но в целом ничего сложного. Вставляйте сим-карту в любой другой мобильный телефон, не заблокированный, и активируете запрос ввода пин-кода. Абсолютно ничего страшного. Далее вставляем эту сим-карту и один раз вводим любой неверный пин-код. Всего у вас 3 попытки, один раз вводим неверный пин. Далее. Смотрите, какая ситуевина. Вытаскиваем сим-карту и в эту же секунду коротко нажимаем на кнопку включения, чтобы экран погас. Ну что ж, давайте попробуем. Смотрите, я вытащил сим-карту и тут же нажал на кнопку включения. И нифига не успел. Ну, может быть, это даже и лучше, показательно будет. Смотрите, пробуем еще раз. Может быть, вот так вот. Вытащили сим-карту и тут же коротко на кнопку включения. Еще раз нажимаем на кнопку включения и видим следующее менюшко. Вызываем вот так вот. Делаем свайп вниз. Далее настройка устройства Android. Сдвигаем это уведомление вправо и нажимаем на шестеренку. Теперь один из самых простых способов — это другое. Нажимаем настройка. Звук. Мотаем в самый низ. Добавить рингтон. Далее справа сверху 3 горизонтальных полоски. Нажимаем на диск и держим палец, не отпуская. Далее разрешение. Здесь нажимаем на лупу и пишем CH. И запускаем Chrome. Открыть. Все, таким образом мы попали в Chrome. Но конкретно, чтобы его разблокировать, нам понадобится еще один мобильный телефон. Компьютер для этого не нужен. Нам понадобится еще один мобильный телефон. Сейчас вот здесь вот вы увидите кусок видеоролика, где я то же самое делал с другим мобильным телефоном. Вот. Ссылочка на этот видеоролик будет обязательно в описании к этому видео. Вот. Поэтому не поленитесь, посмотрите. Если ваша задача стоит разблокировать его бесплатно, то без проблем вы сейчас это сделаете. Вот. Я же с вами иду назад, и я объясню. У меня куча программаторов, и мне нет времени на каждый конкретный телефон по разблокировке тратить по 30 минут, по часу времени. Такой возможности у меня уже давным-давно нет. Поэтому сейчас я вам покажу второй способ, условно-бесплатный, потому что мы будем пользоваться программным обеспечением Unlock Tool, но стоит он в районе там 5000 рублей в год. Очень удобная штука. Погнали. Итак, коллеги, минута рекламы. Для начала не забываем, что у меня есть свой собственный телеграм-канал Плюско Михаила. Если вы промотаете куда-то чуть выше или ниже, найдете ссылочки на курилку. Ну и также в описании к этому видео. В курилке живое общение. Нас здесь уже более 13 500. Не все, но, скажем так, преимущественно мастера по ремонту телефонов. Если у вас будут какие-либо вопросы, задавайте их в моей курилке. Только, дорогие друзья, ради бога, не забываем читать правила. И у меня здесь не детский сад. Чем точнее и технически грамотнее вы зададите свой вопрос, тем больше шансов, что вы получите ответ. Не надо писать, что у меня заблокирован Samsung, помогите, что делать. Не указав модель, не указав текущую версию прошивки, имейте, пожалуйста, это в виду. Кроме того, у меня есть барахолка Плюско. Ссылочка на нее также есть в описании к этому видео. Здесь есть классные профессионалы, которые дистанционно, либо там как-то по-другому, могут помочь вам в решении ваших вопросов. Vivo, Oppo. Между прочим, мне самому понадобилось разблокировать Nokia 5.4. Вот. И специалиста Джумьяза, чтобы разблокировать, я нашел именно непосредственно в барахолке. Вот, потому что никто другой этого реализовать не смог. Поэтому это очень хорошая биржа, где можно найти профессионалов разблокировки, там и Apple, и так далее, и так далее. Присутствует услуга гаранта. Ну, а мы приступаем. Переключаемся непосредственно на программное обеспечение Unlock Tool.
Здесь у нас есть уже давно вкладка Infinix. Выбираем необходимую вам модель. Здесь модели, на самом деле, если вы посмотрите, достаточно большой-большой список. Конкретно я, естественно, раз у меня Redmi Note 10 Pro, выбираю Redmi Note 10 Pro и выбираем EREOS FRP. EREOS, не знаю, как правильно читается, уже многие, кто только ленивый меня не затроллил. Переключаемся непосредственно на телефон и, естественно, выключаем его. Несколько секунд ждем. Далее. Могу ошибаться, я не готовился к ролику, но, по-моему, надо зажать клавишу громкости плюс и с зажатой клавишей громкости плюс выключенный аппарат подключить непосредственно к компьютеру. И переключаемся на ПК. Как видим, он его подхватился. Если драйвера у вас стоят корректно, то, естественно, он... О! Что-то у нас даже не получилось. Интернет на компьютере есть? Есть вроде. Давайте попробуем еще раз. Отключаем телефон. Давайте попробуем обе клавиши зажать, плюс и минус. Зажали плюс и минус и вставили кабель. Все, все у нас отлично получилось. Мы потратили буквально, ну скажем так, сколько? Несколько секунд, чтобы разблокировать данный аппарат. Далее, естественно, дорогие друзья, телефон начинает сам включаться. Сим-карту вытаскиваем, не отдаем ее клиенту. Тем более, это моя личная сим-карта. И давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Ну а пока телефон загружается, дорогие друзья, не забываем, что у меня есть также в описании к этому видео. У меня есть такой человек, как Predator. Predator – отличный мастер по Huawei, Honor и не только. Он может там поменять email, он может из демо сделать обычный телефон, поменять регион и многое-многое другое. Ссылка на телеграм-канал Predator и на его YouTube-канал будет в описании к этому видео. А также у меня есть Rutube-канал, есть... Дзен канал. А на Дзене, кстати, именно только там остались видеоролики про разблокировки техники Apple, потому что они были удалены Ютубом с моего канала. А мне еще вдобавок и страйк дали. Ну что ж, попробуем пройти процедуру первоначальной настройки. Ждем, ждем, ждем. Ничего страшного. Занимает это не так много времени. Ну, врать не буду, это у меня, скорее всего, что-то все-таки с Wi-Fi. Потому что Wi-Fi меня сегодня подводит очень и очень жестко сегодня, в течение всего дня. Очень неприятный момент, но тем не менее, пропустить. Это победа! Все, телефон разблокированный, вы можете воспользоваться как бесплатным методом, потратите примерно 30-40 минут своей жизни, вот, либо... В конце концов, раскошелиться и купить этот гребаный Unlock Tool. Unlock Tool стоит порядка 5000 рублей и помогает сделать огромное-огромное количество телефонов. Так, это я, по-моему, случайно сканер отпечатка пальцев попытался настроить. Все, готово, телефон разблокированный. Итак, дорогие друзья, Unlock Tool можно приобрести на сайте 3gsm.ru. Проверенный человек, Салават. Я же с вами прощаюсь, с вами был Плюско Михаил. И если у вас будут какие-либо вопросы, я... Постараюсь ответить на них в комментариях. Кстати, вот такую процедуру прокинуть Unlock Tool я могу и дистанционно. Мой номер телефона WhatsApp можно найти в описании к этому видео. Всем пока!